Во время охоты змея подолгу замирает перед жертвой, следит за ней немигающим взглядом, а затем стремительно нападает. Такое поведение дало повод людям фантазировать о особенности змей к гипнозу. На самом деле данная тактика охоты объясняется значительно более простыми причинами. Дело в том, что зрительная система змеи позволяет ей видеть только контур движущихся объектов. Поэтому змея замирает на длительное время, как бы рассматривая свою жертву, и остается неподвижной до тех пор, пока добыча не переместится и тем самым не выдаст своего присутствия.